Всем привет, с вами Кири, и сегодня я вам покажу летсплей по Бумзум. Выбираем межсерверные войны и жмем начать. Мне дали противника 17-го левела. Первый ход за ней. У нее она попадает. Тогда я использую старую добрую тактику. Так, нечаянно я себя задел. Не, накопился суперудар и, скорее всего, возможно, что она меня сейчас убьет. Но, судя по всему, она АФК. Я быстренько этим воспользуюсь. Это очень хорошо, мне повезло, она афкнула во время боя. Тогда раз битва прошла быстренько, можно еще одну. Сейчас хорошо, снимает без лагов. Я нашел хорошую новую программу. Рано или поздно я выставлю, как ею пользоваться, сайт. И все подобное. Сейчас мне дали противника 13-го ЛВЛ, у него оружие динамит. Блин, сильно. Не рассчитал силу. Он использовал для чего-то массовый вес, упал вниз. Ну что ж, надо пытаться прям. Раз так хорошо получилось, то следую за самонаводкой. Пока у нас идет все просто замечательно. Вроде бы я даже нашел четкие координаты, чтобы в него попасть можно было. И это победа. Так, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока.